Чемпионат Евро прошел, а футбольная лихорадка никуда не делась. Вот смотрите, даже лебеди любят погонять мяч. А люди не против составить им компанию. Вот как описал происходящее очевидец. Мужчина спокойно отдыхал, пиная мяч на травке. Тут буквально из ниоткуда взялся лебедь и изъявил желание поиграть с ним. Отдыхающий сделал мягкий пас, а птица ему ответила. Получилось довольно неплохо. Настоящий такой хороший футбол. Ничуть, кстати, не хуже, чем у Кокорина и Мамаева. Ну и стоит дешевле. Если будет лебедь плохо играть, вполне сойдет за гуся в яблоках. Кстати, если у вас есть талантливые домашние животные, снимайте их и высылайте видео в приложение LifeFun. А мы уже сделаем из ваших питомцев настоящих телезвезд.